Глава региона Игорь Кошин поздравил Кристину Ясинскую, участницу вокального конкурса «Новая звезда», с успешным выступлением на всероссийском уровне. Напомню, конкурс «Новая звезда» собрал на одной сцене ярчайших представителей всех 85 субъектов нашей страны. В мае состоялся финал. Путем СМС-голосования наша землячка Кристина Ясинская стала третьей. Это достижение отметил глава региона Игорь Кошин. Я считаю, 85 – это большое достижение, большая победа и Кристины, и всей культуры Ненецкого автономного округа. И, собственно говоря, победа Ненецкого автономного округа. Сама Кристина третьим местом очень довольна. Это случилось во многом благодаря всем, кто ее поддерживал, говорит вокалистка. Я в свою очередь хочу поблагодарить вас, Игорь Викторович, также всех жителей нашего округа за оказанное доверие, за поддержку. Это чувствовалось и помогало мне в этой борьбе. Ну, я напомню, победительницей в проекте «Новая звезда» стала вокалистка, представительница Ямало-Ненецкого округа.